Спал он ровным и глубоким сном. Просыпался довольно рано. Тщательно чистил зубы щеткой с вибратором, который старался не включать. Каждый раз, случайно нажимая кнопку в рукоятке щетки, он вздрагивал от испуга. Он не терпел суеты. «Мадам, не суетитесь под клиентом!» Это было первое, что вспыхнуло в голове, когда главред озвучил тему. «Rush, fuss, stir, hustle!» Суетитесь и под клиентом, и над клиентом, и сбоку от клиента. Все время шевелитесь, гоните прочь апатию и скуку. Малоизвестная актриса решила как-то взять кредит. Но ей сказали, что актерам, бомжам и детям не дают. Суета сует, суета рождение стиха. Суета сует в тебя пальчиком в укоризне. Иногда в суете первой буквой напишешь «Ха», и понятней становится смысл суетливой жизни.